Как говорит наш председатель, нам нужно иметь цель, конечную цель, к которой мы должны идти. Как далеко наша цель и как долго нам идти, вы должны это знать. Но первое в этом пути это мастер автопродаж. Автопродажи — это первое, о чем говорится в этом. Многие говорят, вы сможете зарабатывать огромные деньги, но в первом моменте просто мы говорим о том, что вы сможете зарабатывать от 1000 до 3000 долларов. И вы должны понимать о том, что это первый этап. Изучая все это, я поняла, почему в самом начале своего успеха стать мастером автопродаж. Это первый шаг на пути к вашему успеху. Что это значит? С 1 по 15 и с 16 до конца месяца ваши PV делятся на две части, то есть по 2,5 миллиона. То есть эти постоянные продажи делают вас мастером автопродаж. То есть умножая эту сумму, вы автоматически получаете автоматический доход. То есть, продавая одну коробку, вы можете уже получать около 10 тысяч автоматически, если эти продажи будут постоянные. Если действительно у вас есть действительно талант, и вы умеете продавать товар, у вас все получится. Но есть и люди такие, у которым тяжело дается общение с людьми и продажи, и, конечно, эта система, и вот эти вот PV, такому человеку очень будет тяжело достигнуть этих продаж. И для того, чтобы вам таким людям стало легче, нам нужны наши партнеры. Для того, чтобы достигнуть этого успеха, достигнуть этой цели, вы... Тогда, если вы по двум сторонам имеете хотя бы по 60 человек, этого достаточно для того, чтобы достигать таких высот, таких баллов и PV. И вы действительно думаете, как же найти 120 человек? Многие задаются этим вопросом, но мы учим этому. Вы должны быть готовы для того, чтобы получать вот такой успех и такие PV. Мы готовим людей, мы учим их, а от вас требуется только терпение. Для того, чтобы достигать успеха, вам нужна четкая позиция.
И слышали ли вы 8 ступеней, 8 позиций успеха? Цель. Вы должны разбираться в компании, вы должны иметь цель, вы должны общаться с людьми, вы должны... Вы должны поддерживать, и благодаря всем этим восьми шагам вы сможете достигнуть той цели, к которой идете. Только при этих условиях если вы пройдете все, получается, эти 8 моментов, последний 8-й вы будете повторять это. Этот путь то же самое. Этот путь будет повторяться каждый раз, и, соответственно, автоматически количество людей будет расти. Но многие люди, слыша это, говорят, что это не так сложно, я смогу этого достигнуть. Для того, чтобы достигнуть успеха, очень важна цель, а также очередность. Надо... Если многие обладают недостатками, вы должны это исправлять. Вы должны действовать по плану. Надо установить даты и место. То есть этого числа я буду там, и что я буду делать? Вы должны иметь четкий план действия. За эти 10 лет, которые я нахожусь в Атоме, очень много людей и пришло, и ушло. Почему? Потому что у людей нет цели. Цель просто в деньгах. Они хотят хороший дом, хорошую машину. И им не важно, просто они хотят иметь какое-то количество денег. Но в нашей жизни вместе с Атоми, если мы будем действовать вместе с Атоми, то мы сможем достигнуть этого успеха, потому что Атоми дает нам план, и по которому мы должны действовать. Даже мы можем написать вместе с Атоми в нашей книжке для жизненного сценария, как мы хотим жить, в каком доме хотим жить, полностью все мы можем указать. Ну и даже если у вас есть какие-то недостатки или вы чего-то не знаете, конечно, Атоми вас научит. Вы не должны задумываться о деньгах. Это не ваша первоцель. Вы должны думать о людях. Очень важно гордиться тем, что вы являетесь частью Атоми, и вы должны держать это в своем сердце и гордиться этим, и рассказывать об этом всем людям. Но раньше я не умела говорить. Раньше это было мне очень тяжело, но сейчас я
Тогда я поставила цель, и мне действительно помогло это действовать. У всех свой путь разный, и у некоторых занимает много времени, у кого-то мало времени. Все зависит от моих мыслей и от моих действий. Если у меня есть цель, я точно знаю, куда мне двигаться или как мне двигаться. Мои родители очень сильно переживали из-за того, что я начала заниматься этим бизнесом, потому что это многоуровневый бизнес, и мой отец был против, и они даже ругались. Но сейчас я хочу сказать, что я тогда дала обещание родителям, что не переживайте, я все сделаю, все сделаю, что от меня зависит. И теперь я могу своей жизнью показать это. Тогда у них не было выбора, и они приняли то, что я сказала. Но раньше я... Раньше мне говорили, допустим, ты купишь один шампунь или одну зубную пасту, но кто у тебя в таком количестве будет заказывать? И действительно, ее речь была правильной. Но я была уверена в этой продукции, в качестве этой продукции. И вы должны быть уверены, то, что вы продаете не какой-то обычный товар, и в вашей голове, и в вашем сердце должно быть то, что, допустим, это зубная паста, не обычная зубная паста, это та паста, которая изменит вашу жизнь. Вы должны, предлагая продукцию, вы должны помнить об этом. Вы видели ли когда-нибудь компанию, какой-нибудь шопинг-центр, где вы покупаете, и они вам дают поинты просто за то, что вы покупаете? Ведь нет же такого. Только Atomy это делает. Для того, чтобы вы росли. Но для того, чтобы достигнуть успеха, на самом деле не нужно обладать выдающимися способностями. Вам просто нужно иметь хороший товар. И этот товар действительно вас выведет на новую ступень, потому что, обладая хорошим товаром, люди, видя это, они будут привлекаться к этой компании. И действительно, в тяжелые времена многие думают, что зачем мне эта информация, мне и так тяжело сейчас. Я хочу сказать, что многие люди, кто сейчас находится в тяжелом положении, я хочу, чтобы вы их привели сюда, чтобы они послушали вас, послушали эти истории всех наших атомианцев, и чтобы они поняли, что действительно, если начать двигаться в Atomy, вы сможете преодолеть все проблемы. И если даже такой человек, как я, смогла достигнуть такого успеха, неужели другие недостойны этого?
Они достойны, и они даже смогут достичь этого быстрее, чем я. И всегда наш председатель говорит, что наши мечты должны быть большими. И мы должны не оставлять и не бросать это на полпути. Все эти 10 лет я ни разу не пропускала ни один семинар, и каждая речь нашего председателя, каждая наша лекция, она трогает мое сердце. И сейчас, даже слушая речь нашего председателя, я просто хлопала и радовалась, действительно. Я хочу, чтобы вы поняли, что для вас может дать Атоми. Все те, кто обладает разными качествами, эти качества могут вас привести к успеху в любом случае. И может даже кого-то быстрее. Наш председатель Пак Ан-гель действительно создал для нас ту систему и то обучение, благодаря которому мы сможем достигнуть успеха. И ни в какой другой компании нет такого. Мы должны верить в себя, мы должны, даже если мы обладаем не такими выдающимися способностями, мы должны верить в себя. И может даже то, чем вы обладаете, это приведет вас к успеху. Вокруг вас есть люди, которые обладают другими способностями, и вы благодаря этим людям можете достичь успеха. На пути до вершины вас окружают разные люди, благодаря которым вы сможете идти. Даже если у вас нет каких-то талантов выдающихся, и вы думаете, что я ничего не умею, это не значит, что вы ничего не сможете достигнуть, вы не сможете достигнуть успеха, и лучше сдаться. Многие, если начинают что-то и сдаются, они просто не имеют цели и не имеют твердой позиции. И я хочу, чтобы вы следовали за этим, чтобы вы не оставляли это на полпути. Для того, чтобы привозить людей, вы должны иметь свою цель. Вы должны понимать, почему вы находитесь здесь, на этом месте. Для того, чтобы показывать другим людям на своем примере то, как Атоми приводит к успеху. И многие люди, если первое время смотрели на вас как-то с недоверием, через год-два вы своим примером показываете им то, как можно достичь успеха. Если взять обычную школу, очень много людей, очень много учеников, которые слушают учителя, и есть, которые очень внимательно слушают учителя, а есть, кто абсолютно не слушает учителя, и у них, соответственно, разные цели. И я хочу, чтобы у вас была цель, которая приведет вас к успеху. Моя цель была обеспечить старость своим родителям и позаботиться о своих детях. И я сейчас каждый раз говорю всем своим партнерам, даже если есть какие-то
моменты, которые вас сбивают, у вас должна быть цель, и вы должны за ней идти. Вы должны быть стойки в этом пути. Благодаря Атоме моя жизнь изменилась полностью. И я могу сказать, что в том возрасте, когда я увидела, познакомилась с Атоме, без опыта и без какого-то, без каких-то талантов, я поняла, что я смогу. И сейчас я показываю своей жизнью пример, а также я каждый день все равно мечтаю, и я хочу сейчас, и я тоже хочу создать систему, которая будет помогать другим людям. Скоро моему супругу уже 50 лет, мне уже 42. И сейчас в моем животе еще один ребенок. Это огромное чудо для меня, потому что в 42 года в животе иметь это чудо, если бы я не смогла дать сейчас ребенку ничего, мне было бы очень больно. Но сейчас, думая о своем ребенке, я говорю, что он уже богат, он уже хорошо, его будущее уже обеспечено, я могу это с гордостью сказать. Я хочу спасибо сказать своему сыну, который в течение 10 лет постоянно слушает наши лекции и поддерживает нас и всегда с нами. Я хочу сказать, что если вы будете иметь в душе этот огонь, эту мечту, я хочу сказать, что вот все, что вы думаете, что это сложно, на самом деле это просто. Просто вы, если вы просто имеете эту цель и вашу мечту, я знаю, что вы сможете это, вы можете видеть на моем примере. И я хочу, чтобы вы как-нибудь в один день поднялись на эту сцену и рассказали о своем жизненном сценарии. Спасибо большое. Да.